18 января на улице Брянской горел деревянный сарай. В результате были уничтожены кровли, повреждены потолочные перекрытия и имущество внутри сарая. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. И нарушение правил устройств и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. 24 января на территории речного переулка горела деревянная баня. В результате пожара уничтожены кровля, повреждены стены и потолочное перекрытие бани. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. МЧС напоминает, эксплуатация печей с неисправностями, розжиг ее при помощи легко воспламеняющейся жидкости, оставление топящейся печи без присмотра, а также сушка и хранение на ней и возле нее сгораемых материалов запрещается. В случае пожара звоните 101 или 112. 25 января произошел пожар автобуса МАЗ-152 2011 года выпуска по проезду энергостроителей. В результате были повреждены салон и лакокрасочное покрытие. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Наиболее вероятная версия – конструктивный недостаток электрооборудования. МЧС напоминает, проверяйте состояние электропроводки в автомобиле. В случае любой чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 или 112. 27 января на улице Гущина загорелся жилой дом, в результате чего была уничтожена кровля и повреждено имущество внутри дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования. МЧС напоминает, если ваш дом отапливается при помощи печного отопления, в первую очередь вам необходимо проверить исправность печи и дымохода. Если есть недостатки, устранить их. Вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором и побелить дымоход на чердаке, чтобы впоследствии по закопченным местам можно было легко обнаружить трещины и устранить их. Чтобы избежать перекала печи, рекомендуется топить ее 2-3 раза в день. За 2 часа до отхода ко сну топку следует прекратить. Запрещено эксплуатировать печь с неисправностями, разжигать ее при помощи легко воспламеняющейся жидкости, оставлять печь топящейся без присмотра или поручать следить за ней детям, сушить или хранить на ней сгораемые материалы, топить печь дровами, превышающими размер топливника. При возникновении любой чрезвычайной ситуации звоните по телефонам 101 или 112.